Всем привет! Мне недавно достался вот такой вот шлем. Я хотел бы немного о нем рассказать. До этого у меня был обычный ТСГ. Вот такой вот, как у Санька. Вот. И первое, что я сделал, это сравнил удобство. И я до сих пор не уверен, какой из этих шлемов удобнее. В принципе, оба они сидят практически одинаково. Но первое, что ощущается, это вес. Вес, заявленный у ТСГ, 560 грамм. У ПОКа заявленный 500 грамм. Но при этом ТСГ весит 500 грамм, а ПОК весит 550 грамм. Разница небольшая, но на голове ощутима. Я думаю, что в принципе привыкну. Плюс, что у ПОКа боковые стенки, они гораздо толще, чем у шлема ТСГ. Буквально в два раза. Вот. Я думаю, в это как бы разница в весе ушла. Вот. Но как утверждают производители ПОКа, их вот эта внутренняя прослоечка — это не что иное, как пена, у которой внешняя сторона под пластиком тверже, а внутренняя мягче, что дает колоссальную амортизацию. Еще одна приятная вещь — это то, что на затылке имеется вот такая вот регулировочка, которой можно подогнать шлем. Если он у вас не совсем плотно сидит, можно сделать так, что он будет сидеть максимально плотно, буквально как шапка. Вот, и это очень приятно. Правда, с размером, с размерной сеткой, мне кажется, здесь небольшая беда. Потому что заявленный размер ML 55-58 на мою голову 56 сантиметров оказался, ну, буквально вот впритык. И мне кажется, что если у человека будет голова 58 сантиметров, шлем ему может оказаться маленьким. В общем-то, все. Сегодня поедем его тестить. Посмотрим, как он в катании. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Всем пока.